Всем привет! Мы в Москве уже, ну вы знаете. Вот. Так как у нас погода в Москве до сих пор такая очень-очень жаркая, там сегодня, по-моему, до 31 опять, поэтому надо как-то выкручиваться, и я решила, что ребенок, в общем, не должен терять навык плавания, тем более она только-только научилась. Я боюсь, что если мы сейчас прервемся, то будет то же самое, что было после зебры, когда я ее привезла на дачу, а она даже на доске не могла плавать, на которой она свободно рассекала в зебре, в этом в бассейне. Вот. Поэтому мы сейчас сначала идем гулять на самокате. Я хочу посмотреть, что творится с погодой, потому что нам погода постоянно обещает грозу. Вот. И потом съездим кое-куда в одно место. Я посмотрю, что там творится сейчас. И если все нормально, то будет небольшой сюрприз для мелкой. Да? Да ты и тут не пойдешь. Красотка. Ой, ветер поднимается. Сейчас, может, что-то и придет, действительно. Но пока я что-то туч не вижу. На площадке никого. Красота. Вон там только кто-то в футбол играет и все. А так никого нет. Катайся, Масянь. Вообще, я не знаю, что писали, говорили, точнее, что 31 сегодня. Сегодня вообще не 31. Вчера, да, вчера чувствовалось, а сегодня нет. Ну, максимум, я не знаю, там, ну, 27 максимум. Так что сейчас нормально. Я даже не красилась, не хочу, неохота. Настроения нет. Вот, сейчас немножко погуляем, а потом сюрприз. Мы готовы ехать. Да? Да. Все, поехали. Посмотрим, что там. Ну что, вот мы и приехали. Сюрпризы, да? Да. Машинку оставили. Пойдем посмотрим, что там происходит. Да. Кто будет купаться? Я. Будешь? Да. Ты у нас никогда в озере не купалась, да? Да. Так, теперь надо как-то спуститься, Машуль. Как-то. А пойдем сюда сразу купальничек оденем, а? Да. Пошли. Пойдем. А то как мы без купальника будем купаться так? Аккуратно. Да. Что? Очки-то мои взяла. Очки твои взяла, да. Пойдем купальник оденем. И очки. И очки, да. И полотенце я взяла, и купальник твой взяла. Мама, они не кусаются. Нет. Давай. А как мне пройти там? Прям так, иди, они отойдут. Не бойся, они отойдут. Они отойдут, видишь, они сразу уплывают. Да. Когда мы здесь. Да. Давай, заходи поглубже. Какая вода холодная! Ледяная! Да ладно, не ледяная, теплая. Это, конечно, не бассейн, но тоже неплохо, да? Да, но тоже неплохо. Береги свое большое озеро. Хорошо. Так хорошо. Ну, поплывешь? Если честно, ну, конечно, поплыву. Поглубже надо зайти просто, волосики убрать. Не бойся, не бойся. Мама, глубоко! Ну, все, значит, дальше не ходи вдоль берега и все. Вот, смотри, Маш. Вот так вот вдоль берега ложишься, вон туда, вот и плывешь. Да! Сейчас голову опущу. Голову потом опустишь. Сначала так, окунись. Да. Самолет! Да, самолет. Раз, два, три. Ну и что там? Рыбки. Рыбки плавают? Два. Все понятно, боец. Тихо. 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 Не шуми, ладно? Да.
Вдоль берега, Машуля. Маш, Маша, вон туда не плывем. Ты там не встанешь уже, поняла? Да. Плаваем вон туда и ко мне. Туда и ко мне. Ну? Да. Давай, не бойся. А ты меня сразу поймаешь? За меня не заходи, вот так вот, ладно? Да. А что ты встанешь? Там дно есть, ты встанешь. Плыви и встанешь. Маш, не шуми. Вооружи. Как в бассейне? Как в бассейне? Голову опускаешь и поплыла? Да. Раз, два, три. Давай. Что ты боишься? Не бойся, все правильно. Маш, ко мне пойди поближе. Там очень мелко, куда ты? Все, вон туда поплыла. Не бойся, я тебя остановлю. Я закрыла голову. Ну правильно, молодец. Боец, надо вот. Глаз. Не бойся, как в бассейне. Давай. Надо говорить. Тихонько, тихонько. Смотри, сколько рыбок. Да, это моё. Ух ты! Солнце, блядь. Они уйдут, если я буду плавать? Конечно, уйдут. Давай, плыви. Маська, не стой, плыви, Маш. Раз, два, три. Ну, и куда ты приплыла? Иди ко мне. Иду. Иди ко мне и плыви к берегу. Тихо, хватит орать, Маш. Плыви к берегу, давай. Буль, ты поплыла? Раз, два, три. Давай ко мне. Вот это да! Давай. Вот это сюрприз! Раз, два, три. Давай, плюх и поплыла. Они уйдут, уйдут. Раз, два, три. Молодец, а теперь обратно. Раз, два, три. Локоть окуни. Ручку окуни в воду. Все. Все. Раз, два, три. Молодец, молодец. Песочек там внизу, песочек. Мама. Раз, два, три. Класс? Да. Вот это сюрприз. Ой, счастье ребенка прежде раз, всего. Раз, два, три. На нее смотреть приятно. Да, Машка? Да. Блядь. Молодец. Вот, смотри, водоросля. Можно потрогать? Конечно, трогай. Травка. Вот такая? Водная травка, да. Да. Раз, два, три. Хорошо? Да. Раз. Раз, два, три. Так, можешь здесь меня подождать на мелкоте? Я пойду камеру отнесу, ладно? Ну-ка, давай, плыви к берегу. Мама! Кто накупался? А? Я! Кто здесь у нас накупался? Я! Что-то на голове грязное, непонятно. Хорошо, понравилось? Да, нравится. Замерзла. Ой, руки ледяные. Грейся, грейся, грейся. Да? Да. Мама, что? Я хочу на озере. Подожди, ты же сама сказала, что ты замерзла. Подожди, погрейся. Если сейчас еще раз пойдешь, ты можешь заболеть. Давай погреемся, ладно? Давай. А ты я не замерзла. Вижу я, как ты не замерзла. Ну и не замерзла. Народ купается. Столько людей. Гигант, гигант. Это место называется?
называется Жостово. Жостовский карьер. Рядом с Жостовской фабрикой. Очень чистый карьер, очень такой. Вода хорошая, не цветет практически. Когда я была в свое время на Пироговском водохранилище, вот там была довольно странная вода, она была черная почему-то. Вот здесь она все-таки такая в синеву отдает. Вот. И там воздух был, конечно. Ой, воздух, господи, вода пахла совсем нехорошо, я бы сказала. Прям вообще. Что такое? Оса. Кто там? Оса. Оса, иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне, все, сиди. Никакая оса тебя не тронет. Вот. А Жостовский карьер, мы уже давно на него ездим. Мне его показал еще первый муж. Вот. Хорошее место, мне нравится. И здесь не так много народу, ну, в будни, понятное дело, как, например, на Пироговском водохранилище. Хотя я сейчас по дороге назад хочу еще заехать в Бухту Радости на Пироговском. Я там ни разу не была, я была с другой стороны. Хочу посмотреть, что там творится еще. Может, там хорошо? Может, там лучше, чем здесь? Вот, и еще хочу посмотреть на пляж Фрегат, тоже, по-моему, где-то на Пироговском водохранилище. Ну, что-то я как-то сомневаюсь, что там лучше, чем здесь, если честно. Здесь вот на берегу только грязно, народ отдыхает, оставляет все, бумажки всякие, вот это вот все, от чипсов обертку, ну, мне кажется, это везде, это культура такая уже. Вот. Ну, мы нашли себе чистенькое местечко, постелили полотенышко. Все, мы накупались. Тут между дверьми переоделись, двери открыли, просто переднюю и заднюю переоделись быстренько. Машулька так решила в халате остаться босиком, да? Да. Вот, так что все, проголодались, сейчас поедем кушать. Да, едем. Кайф. Вообще тут Жостово такое, трофи по полю. Едем по полю. Ой-ой-ой, все трясется. Сейчас главное нигде не черпануть. И зонтики во весь рост, даже выше. Выше машины, прям коридор из зонтиков. Вы гляньте, что просто. Нужно как-то умудриться и не оставить бампер. Что передний, что задний, кстати. Все, мне кажется, вы. Все застроили, вот этих домов тут не было. Вообще, то ли это таунхаусы, то ли это такие коттеджи слитные, я даже, ой, не знаю. Вот, все застроили, здесь было просто поле футбольное, и все. А сейчас, видите, вон сколько. А вот это Жостовская фабрика. Здесь фабрика росписи, знаете, там ложки расписывают, подносы, роспись по всему, наверное, что есть. Собственно, поселок, поэтому и называется Жостово. Жостовская фабрика. Или фабрика называется в честь поселка. Сейчас мы тут разъедемся. Мы уже дома. Надо сказать, что съездили мы просто шикарно. Вот. Это, конечно, не дача. Я ничего не хочу сказать. Но место хорошее. На там замену или там на... Ну, там, в том случае, если дачи нету, там, а хочется искупаться, то это отличное. Отличное место. Вот. Накупались. Машка 2 раза купалась. Я 1 раз купалась. Хорошо, вода чистая и, слава богу, ничем не пахнет. Знаете, как на Пироговском бывает, то ли водоросль цветущая пахнет, то ли еще что, в общем, не знаю. Здесь вода ничем не пахнет, никакими примесями. Все хорошо, все в порядке, Машка купалась. Вода прозрачная, ее только взбаламутили немного. Вот. Нашли мы там себе на травке небольшой отрезочек чистоты, где не было бумажек всяких, выкинутых пластиковых бутылок и все прочего. Вот, Машка там у меня валялась на солнышке, грелась. Вот, ну, в общем, хорошо. Если завтра погода будет позволять, то я думаю, мы, может, еще раз поедем. Ну, вот, я, правда, хотела посмотреть еще Бухту Радости, у меня так и не получилось. Мы из Жостова рванули сразу домой. Ну, может быть, завтра в Бухту Радости или во Фрегат. Было бы классно, мне кажется. Ну, посмотрим, как завтра будет погода, потому что сегодня вон грозу обещали, а грозы что-то я так и не вижу, только ветер от нее. Прохладный, и все. Вот, все, приехали голодные. Манька уже кушает, сейчас побежим кушать тоже. Голодная моя доедает свою вчерашнюю спагетти карбонара, да? Паста карбонара. Вкусно? Ага. Проголодалась, искупалась, проголодалась. Машульке не хватило, еще идем кататься. Давай, не бойся. Да.
Сейчас катаемся, еще идем за хлопушками. Которая молодец. Какая я молодец. Пошли за хлопушками. Ты хлопушки хотела? Пошли. Да, вперед до конца. Сейчас какие-нибудь несквик найдем. Хлопушки с молоком она любит. Я тоже люблю. Блин, я на нее смотрю, у нее... Господи, ножки, спичечки. Худущая, сил нет. А кушает, как слоненок, честное слово. Не в коня корм называется. Вот она у меня вообще ни разу не атаманша. Она у меня наоборот, девочка-девочка прям. Машинцы обнаружила в нашем дворе новые тренажерки. Раньше их тут не было. Поставили вот три штуки. Вот, и уже осваивает. И эти крутилки. Да. Ну давай, на следующую пойдешь. Такая крутилка, видимо, для поясничных мышц или что-то. А это вот, как это сказать-то? Такая, ой, не упасть бы сейчас. Качеля, короче говоря, влево-вправо. Надо себя, видимо, поворачивать как-то или что-то. Забавно. Давай, Машка, ты герой. Давай, вверх от себя. Да, вот так, раз. Раз. Качаемся, Машка, качаемся. Вот какие у меня. Не, надо пониже браться руками. О! Молодец. Еще это вот этот сезонная. Есть. Еще вот это есть. Вот это, видимо, поднимать себя, да? Да, это поднимать себя. Сейчас попробуем. Надо легко. Не знаю. А, ну он легкий, да, этот. Только, мама, конечно, двумя руками это делать, мама, надо, а не одной. Мама, что? На круглые штуки, возможно, подойдет. Молодец. Слушайте, красота. Мне нравится. Ой, нет, только мне руки, конечно, качать не надо. Мне бы, мама, что-нибудь можно типа холохука. Я попробую. Ну, конечно. Сначала садись, я подержу. Садись. Мама. Давай. Села? Да. Я тебя опускаю, и ты хватаешься руками за них. За резиновые. Нет, по-другому руки. Вот так, да. Все, руки. Осторожно только. Медленно. Мама, ступа. Медленно. Только не отпускай, иначе ты упадешь вниз. Поняла? Ну, побыстрее можно. О! Только не отпускай. Когда захочешь слезть, позови меня, ладно? Да. Побольше, побольше делай. Ух, 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 ух. Молодец. Во! Хочу спуститься. Давай, давай. Я. Отпускай. Я держу их. Нет, узкий. На этом было лучше, на кругляшке. На кругляшке тебе больше нравится? Да, на кругляшке. Ну, крутись, крутись.